Здравствуйте, четвероклассники! С вами Ольга Николаевна. Начинаем математический диктант. Будьте внимательны. Увеличьте 270 в два раза. Увеличьте 270 в два раза. Первое слагаемое 139, второе 505. Найдите сумму. Первое слагаемое 139, второе 505. Найдите сумму. Насколько 350 меньше 630? Насколько 350 меньше 630? Найдите частные чисел 720 и 12. Найдите частные чисел 720 и 12. Увеличьте 699 на 152. Увеличьте 699 на 152. Найдите произведение 364 и 2. Найдите произведение 364 и 2. Уменьшите 852 на 470. Уменьшите 852 на 470. Делимое 355. Делитель 5. Найдите частное. Делимое 355. Делитель 5. Найдите частное. Первый множитель 215. Второй множитель 4. Найдите произведение. Первый множитель 215. Второй множитель 4. Найдите произведение. Насколько 1000 больше, чем 763? Насколько 1000 больше, чем 763? Найдите сумму чисел 854 и 139. Найдите сумму чисел 854 и 139. Уменьшите 68 десятков в 17 раз. Уменьшите 68 десятков в 17 раз. Уменьшаемое 890. Вычитаемое 458. Найдите разность. Уменьшаемое 890. Вычитаемое 458. Найдите разность. Найдите уменьшаемое, если вычитаемое равно 450, а разность 195. Найдите уменьшаемое, если вычитаемое равно 450, а разность 195. Вы выполнили все мои задания. Теперь давайте проверим ответы. 540, 644 на 280, 60, 851, 728, 382, 71, 860,
на 237 993 40 432 645. Надеюсь, что все примеры вы решили правильно. Жду вас на следующих занятиях. До встречи!